Начало новой недели казахстанцы встретили в режиме чрезвычайного положения. В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции и обеспечения безопасности населения указом президента РК Касым-Жомарта Токаева на всей территории республики введен режим ЧП на период с 8 часов 00 минут 16 марта 2020 года на срок до 07 часов 00 минут 15 апреля 2020 года. Ровно месяц жители страны проживут в условиях ряда ограничений и особого санэпидконтроля. Мера эта временная, вынужденная и необходимая. С этим согласились и наши горожане. Я считаю, что правильно, потому что это все-таки вирус, с ним надо бороться. Вот, ну и гигиену все должны соблюдать. Где? У нас в Казахстане? Правильно. Нормально. Вы считаете правильно, своевременно, не своевременно? Ну не знаю, наверное, своевременно. А маску вы носите в связи с коронавирусом? Нет, я просто сама простыла. Напомним, согласно указу главы государства, на все время действия чрезвычайного положения требуется на местах усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, ограничить функционирование крупных объектов торговли, приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, ввести карантин, осуществить масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия, в том числе с участием структурных подразделений Минобороны, РК и органов внутренних дел, запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных и памятных мероприятий, установить ограничения на въезд на территорию страны, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Казахстана и иностранных государств. Ирина Гуть, Сергей Калашников, программа «Факт».